Погодные условия для сегодняшней гонки тоже были непростыми, как и всю неделю, которую мы здесь тренировались, и сильный ветер, мороз. Но мне повезло с тем, что все-таки на пристрелке ветер был чуть-чуть посильнее, когда я стреляла лёжку и стрельбу стоя. Был рабочий ветер, который позволял стрелять без дополнительных патронов. Конечно, очень жалко, что все-таки использовала дополнительный патрон на стойке. В планах было, конечно же, отработать, и тем более видела, что итальянка все еще стояла. Но считаю, что со своим этапом справилась неплохо. Конечно же, не совсем довольна, но это лучше, чем брать много запасных патронов или уходить на штрафной круг. По таким погодным условиям считаю, что хорошая работа. Самое главное, что я не замерзла.